Добрый день. Есть у меня каркас от кровати, каркасы от этого дивана. Это вы можете поглядеть в видео, я там по ссылочке полезности в старом диване, по-моему. Вот, из них я решил сделать себе то ли верстак, то ли стол рабочий. Вот, собирать хочу. Есть вот у меня этот... Во встроенном шкафу в советском была такая вот штуковина для шапок, там еще чего-то. Сейчас померим диаметр палочек. Палочки у нас 14 с небольшим, значит, сверлом будем советским сборным сверлить на 14 и собирать на шканты. Продолжение следует...
Вот что у нас получилось. Осталось наклей собрать. Конец этой части. Потом будем крышку делать и остальное.